Dmitry Galdun, você aplaudiu! Продолжаем хлопать! Thank you.
Спасибо! Всем привет, друзья! В каждом регионе у нас есть свои филиалы, и людям интересно смотреть про самих себя, а не так абстрактную какую-то область, или там Москву, или Питер, которые их волнуют, в общем-то, меньше. Малая родина интереснее для самих себя больше, чем что-то другое. Я хочу от всей души поздравить прекрасный телеканал ОТС с 15-летием. Будьте счастливы! Спасибо за этот праздник! Полетели! Спасибо!
сегодня у меня была возможность и есть возможность увидеть зрителя именно новосибирского. У меня были возможности увидеть зрителей Баганского района, Доволинского. Я всех люблю, и районного зрителя, и городского. И очень рада, что сегодня у меня действительно предоставилась такая возможность, и вообще благодаря этому фестивалю марафона «Лето 15-летия» предоставилась такая возможность выйти на сцену и увидеть зрителя, что называется, глаза в глаза. Очень тепло принимала публика, потрясающие улыбки, потрясающие люди у нас в Новосибирске. И очень приятно, что для наших телезрителей важно, что мы с ними, а для нас важно, что они с нами. Мы сделали это, и это радует. Вот сейчас на этой сцене звучат первые аккорды нашего финального выступления, нашего московского гостя Дмитрия Колдуна, который завершает наш фестиваль «Марафон СОС «Лето 15-летия». С одной стороны, конечно, уже у меня, как у, наверное, главного организатора, чувство облегчения. С другой стороны, уже нарастает чувство ностальгии, которое, я уверена, потом вырастет в новый творческий креативный проект вместе со всем нашим каналом, вместе с нашей командой. И мы еще раз сделаем это, и еще раз сделаем это, и еще раз сделаем это. На самом деле, я тоже очень люблю зрителя. И всегда, когда выходишь, выступаешь с экрана, работаешь в прямом эфире, все равно обращаешься к живому зрителю, как раз тем людям, с которыми мы встречались на наших фестивалях в Чинах, Каргате, здесь, в Новосибирске. Ну, на самом деле, ну, это приятно ощущать народную любовь, ну и, конечно, мы тоже их очень любим. Сейчас хочется исполнить песню, которую многие из вас знают, многие из вас слышали уже много-много раз. Кто-то в молодости, может быть, приглашал на первый танец свою любимую девушку. Песня Игоря Талькова «Чистые пруды». У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды застенчивы, вы как девчонки смолкли у воды. Зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
стучит аккордеон. Спасибо! Я вас тоже люблю, друзья! Спасибо! Пришло на праздники выступление, особенно Колдун, конечно, что приехал в наш город. Очень радует. Да, ваша компания. Зрителей. Побольше зрителей, да. Высоких рейтингов. Да, и хороших исполнителей, чтобы люди приходили и смотрели.
такие концерты, как сегодняшний. Да, ну на самом деле вообще классный канал. Я его прям обожаю. Дед мой его каждый день смотрит. А там Оля Семина нравится. Да. Кто? Оля Семина. Она классная, Оля, ты классная. Ну, безусловно, развития я вам желаю. Новых побольше передач каких-нибудь познавательных, таких в плане, я не знаю, документационных фильмов каких-нибудь. И всего самого наилучшего. Не грустите напрасно. Поэтому не грустите! Мягкое летнее утро, ты не дождешься звонка. Дождь на ресницах, застыли минуты. До свидания, до встречи, пока! Кто-то уже не вернется, кто-то не скажет постой. В
вместо любви лишь холодное солнце из окошка квартиры пустой. Не грусти, напрасно. Слезы спрячем от всех под дождем. Песни, которые пели вам звезды, навсегда будут в сердце твоем. Большое спасибо за то, что меня сюда пригласили. Здесь очень здорово, очень красиво. Красивая набережная, красивая атмосфера. Много людей красивых, они улыбаются. И хочется пожелать, чтобы вот все дальнейшее время, которое будет существовать телеканал ОТС, чтобы такие вот зрители благодарные приходили, смотрели такие концерты, смотрели на телепередачи, чтобы были только хорошие новости. Ну и много новых проектов. Будьте счастливы. Следующую песню мне хотелось бы посвятить всем девушкам, которые сегодня здесь. И чтобы их молодые люди, чтобы их мужчины всегда называли вас, дорогие девушки, только так же, как называется эта песня. Ну или как-то получше, но никак не ниже званием царевны. Больше ждать нельзя, больше ждать уже нельзя. Полетела душа через край, напролет говорят хороша. Царевна живет над землей не спеша. Мимо туч, мимо бед полетела душа. За нею на свет.
бойся, я не буря, я колдун. Ты меня не бойся, я приехал за тобой. В каждом моем вдохе твое имя живет. Я знаю, кто ты есть, я знаю, что нас ждет. Точно знаю, что нас ждет. Я точно знаю, что нас ждет. Точно знаю, что нас ждет. Полетела душа через край, напролет, говорят, хороша. Царевна живет над землей не спеша. Мимо туч, мимо бед полетела душа. За нею на свет. Yeah.
стала другой. Время лечит все, но не меня. Болен я тобой. Болен я. Я думаю, надо продолжать веселиться, давайте, чтоб не замерзнуть. We'll be right back.
Ну что ж, сейчас вокруг каждого из нас очень много людей. Мы не одни, но иногда бывает так, что остаемся совсем одни. Закрываемся в комнате пустой. Есть у вас еще силы? Ну тогда дайте мне силу! Без ног.
похожа на металл забывший полисы, так похожа. Знаю, я легко в твоей груди стать безумство бездной, но у нас все это впереди. Дай мне силу, я отворю любые двери, я убью любовь. Вижу эту тайну не раскрыть, и не надо заструить на звездный млечный путь под твоей кожей. В эту ночь вдвоем нам не уснуть. Дай мне силу, я отворю любые двери, я убью любого зверя. Дай мне силу, дай огню любви сиять. Я отворю любые двери, я убью любого зверя. Ты мне, с ней я достану страсть из пепла. Ну что ж, здесь есть река, я смотрю, и скоро по ней поплывут на закат корабли! Остается немного, чтобы тебя держать. Слово одно и молчать у порога, чтобы еще решать. Нам в темноте.